Мэрия заявила, что готова помочь перезахоронить жертвы коммунистических репрессий, чьи останки покоятся на 6-м километре Овидиопольского шоссе. Об этом стало известно во время встречи представителей Украинского института национальной памяти, спецпредприятий, общественных организаций и представителей городской власти. На заседании также создали специальную группу, которая будет заниматься поиском границ массового захоронения. Историки насчитывают от 5 до 20 тысяч человек, расстрелянных коммунистами на территории бывшего спецобъекта НКВД. Ранее этот земельный участок мэрия хотела передать автомобилистам, чьи гаражи планируют снести для дальнейшего расширения аэропорта.